В текущем году количество письменных обращений в администрацию увеличилось на 15% и составило 12 тысяч писем, сообщает депутатам заместитель руководителя районной администрации Надежда Волобуева. Ее отчет состоит из нескольких блоков. Вначале речь идет об обеспечении жильем нуждающихся в этом граждан. По состоянию на 1 декабря текущего года в районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1476 семей. Это порядка 3000 человек, что составляет чуть более 1% от всего населения района. В 2015 году 26 очередников района получили квартиры, 20 из них в городе. Обеспечено отдельными квартирами 17 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Надежда Александровна упомянула, что в Раменском районе есть маневренный фонд. 4 жилых помещения из него было выделено в текущем году. Александр, можно спросить, там вот вы говорили, маневренный фонд, это что такое? Маневренный фонд предоставляется в том случае, когда житель находится в какой-то экстренной ситуации. Вот не так давно мы в этом году предоставили жилье семье из Сафонова, в которой 5 детей, и дом сгорел вот в 20 минут. В текущем году не обеспечивались квартирами ветераны Великой Отечественной войны. В предыдущие годы все ветераны, состоявшие на учете нуждающихся в жилых помещениях, были обеспечены жильем. С начала действия указа президента Российской Федерации в районе новые квартиры получили 43 ветерана. В 2015 году снесен ветхий дом в микрорайоне Старое Холодово. 15 семей переселились в новое жилье. Еще один дом, 19-й по Чугунова, готовится к сносу. Проживало 12 семей, осталась одна. Я думаю, что в этом году мы работу завершим. Раменское архивное управление хранит более 83 тысяч документов. За последний год архив пополнился на 8,5 тысяч дел. Принято 8 тысяч запросов и выдано более 14 тысяч архивных копий и справок. В октябре текущего года было открыто новое имя в летописи Раменского края. Историка-архивиста Всеволода Васильевича Цаплина. Сотрудниками архива была проведена трудоемкая и результативная работа по поиску, подготовке и торжественной передаче родственникам и Раменскому историко-художественному музею документов, где были запечатлено имя Всеволода Васильевича Цаплина. В 2015 году Раменский ЗАГС посетили 60 тысяч человек по различным вопросам. По состоянию на 1 декабря составлено 9178 первичных записей актов гражданского состояния. Впервые за последние 15 лет в Раменском районе рождаемость превысила смертность. И не просто на 1-2, а на 157 записей. Расторжение брака уменьшилось на 81 запись. Ну, может, отчасти, но это говорит об эффективности мер, направленных на укрепление семьи в Раменском районе. 2 года в Раменском работает многофункциональный центр по оказанию государственных, региональных и муниципальных услуг. Он разместился на улице Воровского, но со временем ресурсов стало недостаточно. В связи с этим администрацией была изыскана возможность размещения МФЦ в отдельном здании, где будет 20 окон для приема граждан. Новые помещения находятся в заключительной стадии ремонта. Сейчас услышала, узнала, что на следующей неделе открывается новое здание. Это старое останется? 40 человек в течение дня. И 15 минут рекламы. Такая молотилка, простите, да? Вот. Поэтому мы рассчитываем, что те 20 окон, которые будут в новом МФЦ, и 8 окон, которые мы оставим на Воровского, ну, помогут нам разрулить эту проблему.